Добрый день! Мы начинаем наш третий урок по главе Шмот. Урок для поднятия души моего папы Яков Бен Года и моего дяди Владимир Бен Григорий. Мы остановились на том, что дочь фараона, Батия, вытащила из реки ребенка, назвала его Моше, потому что из воды я вытащил его, так это имя за ними закрепилось. И Мирьям посоветовала дочери фараона позвать кормилицу еврейку, потому что он не хотел сосать грудь египетской кормилицы. И пригласили как раз Яхвет, маму Моше, и она его выкормила. 24 месяца она его кормила. Потом она привела к дому фараону, и стал он ее сыном. Вот так. Так у нас появился новый принц Египта. Потом написано, что вырос Моше. И вышел он посмотреть на братьев своих, и увидел, как египтянин избивает еврея. Написано, что Моше убил египтянина и скрыл труп в песке. На самом деле, он его убил буквально силой слова имени Всевышнего. Он назвал тайное имя Всевышнего, посмотрел туда и сюда, чтобы никто это не услышал. И египтянин тут же умер. Скрыл он труп в песке. Что здесь произошло? Мы это узнаем из Мидраша. Мидраш говорит, что у одного человека, зовут его Авирам, была жена. Звали ее Шуламит. Она дочь Диври из колена Дана. Почему у нее такое имя? Потому что она всем говорила шалом, так приветливо здоровалась, веселилась. В общем, пришел египетский надзиратель гнать ее мужа на работу. Он был еврейским надсмотрщиком. И тут сидит Шаломит и говорит ему шалом так приветливо. Он подумал, что она к нему заигрывает. Он погнал ее мужа на работу, а сам ночью пришел под видом ее мужа. Она оглянулась, потом она смотрит утром, это уже не ее муж. И когда после этого пришел муж ее с работы, он понял, что что-то произошло не то. И он понял, что она ему изменила. И давай с ней разводиться. У нее брат по имени Датан. Он говорит, нет, она была изнасилована, она не виновата в данной ситуации. Он говорит, нет, я все равно развожусь. И это было потом. Сначала египтянин понял, что узнал об этом ее муж. И он решил его убить, потому что по египетским законам чужую жену трогать нельзя. Это могло ему тоже стоить очень большим наказанием, могли его тоже казнить. И он решил его забить, этого Авирама. И тут пришел Моше, увидел, что египтянин избивает еврея, убивает его египтянина, скрывает труп в песке. На следующий день Моше тоже выходит на улицу и видит, два еврея ссорятся. Вот это вот Датан и Авирам до драки доходит. Тот говорит, что я с ней разведусь, а он говорит, моя сестра не виновата. Он ее изнасиловал, поэтому вины на ней нет. В общем, это ссора. Моше говорит, зачем тебе бить ближнего своего? А они сказали, ты что, хочешь убить нас, как убил ты египтянина? Моше сказал, стало это известно. Они действительно пришли и доложили фараону, что Моше убил египтянина, египетского надзирателя. Фараон, невзирая, что Моше принц Египта, он решил казнить Моше. И палач рубил голову Моше, но меч сломался об шею Моше. Всевышний сделал шею мраморной. Все ахнули, что произошло. Моше в это время успел убежать. И он убежал в страну Мидьян. В стране Мидьян он прожил 48 лет. Это земля Куш называется.
И он там дослужился до того, что он стал царем. Был мудрецом сильным Моше. И вот он был принцем Египта, тут он становится царем этой Эфиопии, земли Куш. И ему дают в жены тоже принцессу эфиопскую. Но Моше был праведником, он не мог жениться так без хупы, без раввина, как это положено, он не мог это сделать. Поэтому он убегает из Мидьяна и приходит он, это из земли Куш убегает в Мидьян. Приходит он в одно место в Мидьяне, и там колодец. И написано, что у правителя Мидьяна 7 дочерей. И пришли они начерпать воды из колодца, напоить скот. И пришли пастухи и отогнали их. Дело в том, что человек, который был правителем Мидьяна, его звали Реуэль. И он был самым уважаемым человеком на Востоке. Он знал все виды идолопоклонства. Долго живет на земле. И вот он начал понимать, что единый Бог, Бог евреев, и он начинает понимать, что надо служить ему. И он потерял тогда уважение у всех своих собратьев, и его дочерей уже отгоняют, даже воды не дают. То есть до чего дошло. Значит, написано, что Моше вступился за этих девочек, отогнал пастухов, напоил скот этого Реуэля. И они пришли и рассказали это в доме отца своего. Он говорит, где же этот человек, пусть придет поесть хлеба. Моше приходит в этот дом. И он все рассказал, как было. Как он убил египтянина, все. Но этот человек, Йетер, решил, что он должен ответить за это убийство. И отправил его в яму умирать. Закрыл яму какую-то там, и он умирает где-то. А Ципора, одна из дочерей правителя Мидьяна, она все время ходила, его подкармливала. И уже прошло 10 лет, она говорит, ну сколько можно этому человеку быть в яме? Он говорит, да его уже давно нету, он уже давно умер. Его уже и костей не соберешь. Она говорит, нет, пойдем посмотрим. Они пришли, открыли яму, там Моше. И этот человек ахнул, понял, что здесь прямое вмешательство Всевышнего. И он выдает за него дочь свою Ципору, Моше женится на ней. И начинает он работать, пасти скот у этого человека. И написано, что Моше гнал скот тестя своего и пришел к горе Всесильного, в Хореве. Хорев — это место, где находится гора Синай. Это гора это. В общем, он увидел куст, который горит и не сгорает. Обычный куст, ежевики или что там оно такое, или терновник, как переводят. Смотрит, ну сколько может гореть куст, а он горит и не сгорает. И Всевышний обращается, сбрось, Моше, сбрось обувь с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. И раз-два раза обратился Всевышний, обращаясь так к праведникам. Авраам, Авраам или Яков, Яков. Только к праведникам Всевышний так в Торе обращается. И он говорит, что ты должен вывести евреев из Египта. И этот разговор идет несколько недель. Всевышний общается с Моше. Моше сопротивляется всеми силами. Он себе не представляет, что он может такое сделать. Говорит, кто я такой, чтобы вывел все евреев из Египта. И они не поверят, и все силы вкладывают в это. Всевышний говорит, что я тебе дам знамение. Моше просит, чтобы пошли того, кого ты всегда посылаешь. Он имеет в виду своего брата Аарона. Всевышний говорит, я тебе дам знамение, и поверят. Говорит, что у тебя в руке? Моше говорит, посох. Он говорит, брось его на землю. И бросил Моше эту палку на землю, и
Этот посох превращается в змея. Моше побежал от него. Всевышний говорит, схвати его за хвост. Моше схватил его за хвост, он опять превратился в посох. Вот первое знамение. Если не поверить первому знамению, то поверить второму. Возьми руку, всунь себе за пазуху. Моше всунул руку за пазуху, вынул из-за пазухи, она как белая, как снег. Не просто как плоть, а снег. Это невероятное, что-то произошло. Теперь всунь ее опять за пазуху. Моше всунул руку за пазуху, вынул опять, она превратилась в плоть, как была. Говорит, если не поверят тебе этим двум знамениям, то возьмешь из Нила воды и вылишь на землю, и превратится вода в кровь. Тогда не поверят. Чем закончилось на том, что Моше, поговорив со Всевышним, написано, что пришел Моше к Йетеру, тестю своему, и сказал, рассказал ему обо всем, и ответил Итро, и сказал, иди. То есть у них был договор, что он не имеет права без его ведома уходить из Мидьяна. И вот мы смотрим, то он Реуэль, то он Йетер, тут становится Итро. То есть у него все время идет борьба. Когда он побеждает в нем доброе начало, что надо служить единому Богу, он Итро, делает праведные поступки. Когда он выращивает тельцов для идолопоклонства, он Путиэль. Итак, имена, все имена его, и у него семь имен, зависят от того, кого он представляет в этот момент. В конечном итоге он станет Итро, когда он сделает Юр, это мы будем считать уже в главе Итро. Вот. И так Моше собирается и уходит со своей семьей в Египет. На сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч!